Приветствую. Видео короткое будет для сайта Knife Клинок. Эти ножи будут размещены на этом сайте и представлены вашему вниманию уже в виде фото, но считаю, что обзор должен быть так, как на нем более все четко, отчетливо, то есть детально видно. И представляю вашему вниманию два ножа. Кинематика называется, то есть как бы нож фрикционный. Это выглядит вот так, в сложном состоянии. По весу пока не знаю. Нож не тяжелый, но в руке я его чувствую. По ощущениям. Вот так вот. Он сделан слегка грубовато. Специально задумано так. G10 с вот такими наискось рельефом таким. Дальше. Тут втулка разборные на болтах, ось разборная папа-мама. Здесь, в принципе, была бы разборная, если сделать паз, чтобы отвинчивать было чем, то будет тоже разборная. Вот. А так стяжка такая, которая стачивается впоследствии. Открывается вот так вот нож. Мощнейший вот этот вот упор. То есть, не судьба вообще его сложить, вот, ну никак. Вот такой вот нож. Нож заточен. Бреет волос. Все так брутальненько. Да, вогнутость здесь бритвенная. То есть, если сделать здесь ножевую вогнутость, то будет просто колунчик такой. А чтобы он был, то есть, вогнутый нормально, чтобы он мог не только рубить, но и резать, то пришлось сделать вот здесь, как у бритвы. Такая же пропорция и тут в спусках, тоже под бритвенную. Это все сделано из того, что обушок, обух толстый. И если так не сделать, то нож резать не будет. Вот и все. Это будет колун. Поэтому сделал, чтобы он резал. И тот, и другой нож. Здесь также сделано в виде втулки вот так вот стяжка. С упором там посередине. Это вы не увидите, это все уже внутри, но она уже не, как бы не разборная. Опять же, если здесь вот было бы паза, то она была бы разборной. Разборная ось, шайба латунь 0,2 мм. Здесь тоже разборный, но так же вот как и вот тут. Плавность хода, там усилие хода регулируется вот тут вот. То есть, хоть с той, хоть с другой стороны. Чуть-чуть подтянули, он уже такой прям туговатый уже делается. То есть, за счет латунных шайб это все происходит мягко, плавно так и уверенно, как бы так. Вот теперь эти два ножа будут размещены на сайте, который я укажу тут внизу. Все ножи вот эти штучные. Что дальше ждать? Пока уверенно сказать не могу, но думаю, что будут финки НКВД. Клинки Элмакс без упоров. То есть клинки будут толстые, удлиненные, мощные такие варианты. Ну, это пока только думки. Что будет на самом деле, посмотрим. Все, с обзором все.